Всем привет! Сейчас попробую показать вам интересный участок трассы длиной чуть больше 500 метров с учетом всех поворотов. Но, на мой взгляд, для Обнинска очень даже весело. И самое главное, что она безопасна, не требует особо никаких умений. Достаточно просто ехать. Ну, иногда крутить педали. Так, начинается она вот здесь. Просто разгоняемся. Немножко крутим. Крутим. Здесь начинаются интересные штуки. Вниз. Налево. Придется сбросить скорость. Ну и дальше. Интересные штуки прямо направо. Вверх. Вот первый интересный участок кончился. Сейчас едем на следующий. Тут песочек. Оттормаживаемся и вот сюда налево. Ох, передачу неправильно выбрал. Здесь достаточно тесные повороты. Без скоростей, без уклонов, без ничего, в общем. Ну вот, собственно, и все. Вот и весь кусок трассы. На мой взгляд, отличный баланс безопасности, простоты и при этом наличие каких-то интересных элементов. Вот. А что если вы просто катаетесь по улице, по дорожкам, по тропинкам, то вот такого плана отрезок может оказаться очень интересным. А, все. Ссылку на трек я оставлю в описании. Ссылку на трек, чтобы добраться сюда из города. Ну, кому-то это может показаться сложно, тоже выложу. Хотя тут она, конечно, практически в городе находится. Все, конец связи. Может быть, сейчас проеду еще раз.